Полиция Коми предлагает поднять размер вознаграждения за сообщения о пьяных водителях. Сейчас за это можно получить 3000 рублей. Повысить выплату предлагают до 10 тысяч. Объясняют это тем, что сегодня люди проявляют низкую активность и незаинтересованность в содействии полицейским. В прошлом году деньги за соответствующие сообщения получили только 26 человек в размере 78 тысяч рублей. Принимают данные о пьяных и лишенных прав водителях, а также тех, кто скрылся с места ДТП. Правоохранители предполагают, что если повысить выплату, то таких сообщений станет больше, а значит и безопасность на дорогах тоже.